Trochę przedstaw wydaje. Салом и всем, друзья, с вами 2HP, и сегодня мы снова зашли в Totally Accurate Battle Simulator. У нас, дамы и господа, обновление. Кто бы мог подумать? Вообще, слова обновление и табс вместе в одном предложении встречаются очень редко, однако это иногда случается. И 3 ноября это и произошло. У нас появился Map Creator, это создание и редактирование карт. Все очень ждали после предыдущего давнишнего обновления Unit Creator. Все думали и знали, что следующее будет Map Creator, потому что это здорово, это интересно. И да, но прошло очень много времени, я, честно говоря, не помню сколько, точнее, когда выходил Unit Creator, но это было давно. Итак, а сегодня мы посмотрим этот Map Creator. Давайте зайдем. А я, в принципе, заходил. В принципе, в общих чертах я представляю, что он может. Но будем разбираться подробнее уже вместе. Так, Create New Map. Создайте новую карту. Визуальная тема. Здесь есть вот тематические островки заготовки. Это вот Medieval, это Dynasty, Pirate. Она двигается, а там больше нету. Renaissance, Tribal и Viking. В принципе, можно выбрать Tribal, потому что он такого приятного цвета. И есть, ну, типа, огромный блинчик, большой блинчик, маленький блинчик. И сожрал кто-то блинчик, и его уже нету. А я предлагаю выбрать маленькую. Нажимаем Creator. В смысле, Create. Первое, что, конечно, бросилось в глаза, это то, что... как реализовали... Map Creator, то есть мы от первого лица, за какого-то создателя, у которого торчит рука, будем это все делать. И, в принципе, идея очень хорошая, почему никто до этого, до Tabs'а, не додумался, я не знаю. Итак, внизу есть вкладочки, один это Place, поместить. Ну, то есть первая вкладка это переносить объекты, у нас пока объектов нету, она не нужна. Вторая кнопка это, Utility. Хрен знает, что это значит. Paint Select Multiple Objects. По-моему, типа красить или двигать. Ну, опять же таки, делать что-то с объектами. У нас объектов нету. А, третья сноска самая интересная. И с нее мы, наверное, начнем. Это Sculpt, то бишь лепить. И лепить мы можем разными формами. Здесь есть вот и квадраты, и треугольники, и лестницы, и столбы. Горячие клавиши работают тоже замечательно, то есть по нажатию Z, как, собственно говоря, и во многих программах, либо сочетанием клавиш Ctrl-Z, либо просто Z, действие отменяется, и можно что-то перелепливать. Так, это мы сейчас будем лепить, давайте посмотрим, что есть еще. Есть Mayhem, английский 2 HP не позволяет перевести это слово, я его не знаю, но это какие-то катаклизмы, я так понимаю, то есть мы можем... Пустить комету, метеорит, можем, это что, землетрясение. Ну, короче, это для создания реалистичных таких эффектов уже на существующей карте. Вот есть молния. Вот, если ты хочешь воспроизвести какой-то природный или неприродный... А это что такое? А это мы, наверное... Да, это кисточка, это мы красим. Это мы растим деревья. Вот это интересно. И с ними даже можно что-то делать. Это мы их стираем, это мы им растим. А есть еще выбрать деревья. Может, я хочу растить елки. Вот здесь будут деревья, а здесь будут елки. Вместе с камнями, в принципе... У, смотри, какая получается уже карта. Считай, уже все сделали. Так, это у нас вулкан. Внезапно. Причем очень большой, но это у нас карта маленькая. Вулкан большой. Так, это, я так понимаю, тучка. А где она сама? Не знаю, самой тучки нету. Ой, да ладно. Вон, смотри, он терраформирует землю. То есть остаются какие-то следы, которые я делал, но уже не настолько явно, не настолько очевидно. Это прям прикольно. Так, вулкан, дождь, шарик. Вау. То есть можно пульнуть, подожди. Можно пульнуть. А где прицел? Алло. А, ну он из руки летит. Ну а прицел-то где? Короче, пускает какие-то дротики и улетает. Дротик попадает, допустим, в камень. И он улетает на воздушном шаре. Не знаю, как это работает, для чего и зачем и почему. Но это лишнее, честно говоря. Лишнее, я имею в виду вопросы лишние. Ага.
Вот может, блин, сколько тут инструментов, здесь разобраться и просто творить днями и ночами. И есть смена дня и ночи. Сейчас я вам покажу, вот это я точно. То есть я зажимаю, и вот так вот солнышко садится, только где оно, это солнышко? А, вот оно. А, это луна, значит, солнце здесь. Вот так можно сделать красиво. Да, а почему бы и нет? Смотри, какая красота. Красно-синее дерево. Ландшафт просто первоклассный. Мне кажется, все. Сделаем сегодня обязательно какую-нибудь интересную карту. Выложу ее в Steam. Ну, в воркшоп, я имею в виду. Сейчас только вот здесь подровняю, потому что как-то страшно получилось. Ну вот, и какой-нибудь матчик интересный на ней гомонем. В принципе, для первой карты норм. Тем более, вы инструментики все... А, нет, не все, посмотрели. Подожди, есть еще вообще клавиша B. Ага, и это объекты. Здесь уже нужно подъехать поближе. И очень-очень много... Ну, в принципе, все объекты, которые встречаются в Тапсе, все... Заборы, все какие-то надгробья, памятники и так далее. И тому подобное. Здесь есть, здесь встречаются, и здесь они будут. Вот так они смотрятся. Так, давайте я поищу. Здесь есть это... А, точно! В скалпе выбираем какую-то фигуру. И средняя кнопка мыши, насколько я знаю, это выравнивать поверхность. Нет, подожди, это немножко не помогает. Он ее выравнивает, конечно. Но он острые углы сглаживает. Но не убирает вот эти вот квадраты-треугольники, которые очень хорошо видны. Не знаю, может их, конечно, и нельзя убрать. Сейчас я немножечко полажу, посмотрю. Если что, то так оставим. Я хз, я еще нашел вот эту штуку. И, походу, это копирование объектов, в принципе, удобно. И вот такая вот получилась у нас карта. То есть, с одной стороны... Елки, с другой стороны деревья, одна сторона красная, одна сторона синяя, на одной стороне у нас присутствует вулкан, который будет, не знаю, плюсом или минусом этой стороны. Здесь у нас бахнула молния с одной и с другой стороны, вот там вот. Не нашел я, как сгладить вот эти квадраты-треугольники, к сожалению. Не знаю, если кто-то знает, напишите, возможно, я к этому моменту уже посмотрю какой-нибудь туториал, ну или сам поиграю, уже разберусь. Так что вот. Теперь что нам осталось? Нам нужно, что у нас есть? Toggle bar. Это, собственно говоря, вот это меню. А, можно... А, слушай. Здесь можно как undo, так и redo. То есть, если ты что-то убрал, ты можешь обратно это вернуть на место. В принципе, это удобно. И map settings. Ну-ка, давайте посмотрим, что за map settings. А, ну это все вот эти. Water. Высота. Вот так пусть будет. Weather обычное. Можно, кстати, сделать rain, snow, ветер. Ветер, в принципе, подходит. И музыку можно поменять. Не знаю, какая вам больше нравится музыка. Dynasty. Dynasty норм, в принципе. И new save. New save, наверное, да. Thumbnail. Можно сделать thumbnail, это круто. Давайте я сначала название напишу. Будет 2 хп. Original. По-моему, так пишется. И... Окей. Thumbnail. Давайте выберем... Я даже не знаю. Какой-нибудь красивый ракурс. Это я умею. Это сейчас. Вот такой, я думаю, подойдет. На LKM, наверное, сфоткать? Да, что-то не очень смотрится. Я не знаю, у меня почему-то нормально это смотрелось. О, вот с солнышком, смотри, смотри. Смотри, вот так. Да, вот это. Вот это не надо. Вот это убери. Вот это убери, вот это оставь. Ну, вот это выберем. Save. Map saved. Под названием 2 хп original. Карта сохранилась. И вот и все, собственно говоря. Да. Так, теперь мы... Нет, наверное, подожди. Нажимаем Tab, Quick Save, New Save, Map Settings, Play. Ну давай, наверное, Start Menu, если я хочу новую сделать. А, вот она есть. Давайте создадим еще одну. Давай создадим совсем другую. Допустим, это будет... ну, викинговская, это будет зимняя. Допустим, это будет Frozen Landscape. Motherfucker. Ну, наверное... Нет, давай Blank. Сейчас будем с нуля что-то создавать, лепить.
Только надо придумать, чё. Блин, здесь карта уже, на самом деле, больше. Прям в два раза больше. Сейчас что-нибудь придумаю. Ага, я, кажется, нашел, как делать ровные... ровную поверхность. Вот здесь есть такой ползунок. И я так понимаю... Так, подожди, уйди. Я так понимаю, он отвечает вот за шарпность. То есть можно сделать вот прям совсем вот таким. А можно сделать, ну, собственно говоря, вот таким гладким, как снизу. Ага, ну, в принципе, интересно. Или загладить его вот таким образом. Прикольно. Так, ну ладно, гладкость будет примерно вот такая. То есть не совсем гладкий, не совсем не гладкий. Появилась у меня одна идея. Сейчас попробую вам передать, в чем она будет состоять. Очень хочется сделать многослойный такой комплексный уровень. То есть, где происходит все на разных высотах. Вдохновлен я игрой Dark Souls, первой частью, где левел-дизайн просто является шедевральным, когда ты ходишь там вверх-вниз, открываешь всякие двери и так далее и тому подобное. И что я хочу сделать? Я хочу сделать, чтобы они начинали... Я уже забыл. А, да, начинали вот здесь, вот по центру. Будет высокая такая стена. Они будут начинать, игроки в смысле, будут начинать на ней. Потом я сейчас сделаю вот такой вот полукруглый спуск. И в этой стене по центру будет отверстие. Они будут спускаться с этого спуска, с одной или с другой стороны. И бой будет происходить непосредственно в такой под мостом, в такой пещере. Ну, по крайней мере, это в голове у меня так. Как на деле получится, я, честно говоря, не знаю. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought. Так, вот пока... Такую я сделал вещь, пока ничего не понятно, что это и где. Но, в общем, будет так. Вот здесь будет по центру стена проходить. Вот здесь они будут начинать. И они будут, в принципе, видеть. Я сделаю, наверное, какой-нибудь прозрачный забор. Они будут изначально, в начале матча, видеть друг друга. Но ничего не смогут сделать, потому что будет стоять забор. И им нужно будет вот по этим спускам плавным. Сейчас я их сделаю плавными, не волнуйся. Спуститься, зайти вот в этот тоннель и сражаться уже в нем. Concentration, and if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up.
Так, ну, зависнуть, конечно, можно в этом мап-креаторе просто на года. Просто ты встал, позавтракал 1 января, сел делать карту, и 12 января такой: о, я доделал, все нормально. А уже как бы праздники все прошли. Короче, вот такая вот штука получилась, более-менее я пытался ее отточить на таймлапсе, вы, наверное, все прекрасно видели. Да, в принципе, я только боюсь, ну, вроде как карта большая, боюсь, что мало будет помещаться здесь юнитов, ну, да, должны, вроде. Все, у нас вот здесь вот внизу есть пространство, пространство, где они будут, собственно говоря, сражаться. Сейчас я вот здесь немножко еще подлатаю, уберу. То есть вот, вот это вот доведение до совершенства, оно может до бесконечности вообще длиться, то есть вот это отшлифовывать углы, это, во-первых, приятно, прикольно и занимает очень много времени, но это делать, тем не менее, нужно. Ну вот так примерно оставим, и все осталось. А слушай, ее же можно покрасить, просто она такая страшная, ну прям капец вообще. Можешь же покрасить, да? Что-то же можно было где-то кого-то куда-то покрасить, может жахнуть? А что здесь еще, землетрясение? Нет, это там точно, вот покрасить. О. Так, ну вот я покрасил, не знаю, возможно, даже это и сделал зря. Теперь как-то она смотрится очень мрачненько. Но да, в принципе, мрачность не порог. Давайте тогда, раз это все дело так получилось, я запиндюрю сюда какие-нибудь статуи, потому что вот здесь вот прям место для них самое подходящее. Так, давай мне что-нибудь сейчас выберем. Так, тебя надо только развернуть. Есть чувак со свитком. Сидящий чувак, что-то развернулся-то. Вот туда ты смотришь. И все. Ну, в принципе, вот этого чувака давайте туда поместим. Один будет сидеть, один будет стоять. И это что-то обязательно будет значить. Что-то криво-то. Чпаньк. Все, и осталось найти какой-нибудь забор. Только прозрачный. Но который они ни в коем случае не смогут перейти. Да, это определенно лучшее, что есть у нас. Поэтому ставим, только, наверное, вот так, что ли. Ага, ну, в принципе, есть вот эта функция множителя объектов. Он немножко, правда, криво работает. Но да, в принципе, нам пойдет. Вот так, да? И он сразу их ставит все. И, в принципе, норм. Да, такой получился забор красно-синий. Предлагаю немножко это все дело протестить. Давайте я посмотрю, спуски достаточно ли гладкие. Пещера достаточно ли широкая. Здесь тоже спуск нормально, здесь спуск нормально. Здесь чего-то не хватает вот на этих углах. Давайте тоже что-нибудь туда запиндюрю. А, так вот как делать большие, маленькие. То есть что я зажал? Что я зажал? Я зажал Shift Е и Q. Ага. Мне вот что-то нужно было увеличить, но уже поздно. Так, давайте попробуем карту протестить. Возможно, я что-то упустил. Нажимаем play. Вот она, господи, какая она страшная, ужас. Давайте клаберы против спирс-роверов. Why not? 14-28 против войс. Подожди, спирс-ровера же. Тоже пусть будут 28. Итак, клаберы против спирс-роверов. Между ними забор, они друг друга прекрасно видят. Но должны будут спуститься вот по этим чудесным, замечательным, красивым спускам и друг друга убить. О нет, черт. Спирс-роверы схитрили, здесь все-таки... Физика забора работает, то есть если здесь дырки есть, то сквозь них пролетают копья, и половина клаберов сдохла внезапно.
Но это сейчас мы посмотрим. Ну, то есть на моей карте, получается, преимущество будет у... Я надеюсь, вы тут не разобьетесь все. Но половина разбилась, я тебе хочу сказать. И Клаберы сейчас, походу, вы... Господи, как здесь темно! Как здесь темно в этой пещере! Я еще... Так, надо... Подожди, а я день делал время суток? То есть надо сделать, короче, во-первых, посветлее, потому что и так карта темная. А в фонаре, я так понимаю, никаких нет, по крайней мере, я их не видел. Нужно сделать фонари либо посветлее, нужно сделать спуски еще более пологими, потому что ребята разбиваются. Ребята разбиваются. Так, дамы и господа, узрите же конечный вариант моей замечательной карты. Сам не похвалишь, никто, собственно говоря, не похвалит. Короче, здесь я сделал лестницу, потому что лестницу, как оказалось, пришпандорить к лендскейпу, который ты делал неровному, очень сложно. Сделал немножко тыквы, сделал день, более-менее, чтобы светило в пещеру, потому что совсем ничего не видно, если не светит. С этой стороны сделал абсолютно то же самое, здесь подставочки... И лестницы, здесь камни, не сколько для декора, сколько для того, чтобы они сюда не падали сразу, вот здесь вот, то есть они должны дойти, будьте так добры, до лестницы и уже здесь спуститься, и да. Так что давайте финальный тест, забор, кстати, стоит немножко правее, давайте поставим кого-нибудь, не знаю, давайте не этих клаберов. Нет, не клаберов. Поставим, короче, 4 самурая и... О, чё-таки монки дорогие, нифига себе. Тогда 8 самураев против 4 монков. Так, смотрим. Да, определенно их забор останавливает. Они видят друг друга. Они такие, воу! Так, здесь нормально, можно пройти? Можно, в принципе. И погнали такие на спуск. Не знаю, имеет ли в этом какой-то смысл. Можно изначально ставить их не наверху, можно ставить их здесь. Никто этого, в принципе, не запрещает. Мне главное, чтобы работала сама задумка. А там уже игрок хочет, как хочет, обыгрывать эту карту, как его душе угодно. Да, эти спустились нормально, и монки спустились нормально, и самураи. Все работает так, в принципе, как я. Вот здесь дырка, правда, такая некрасивая, сейчас я немножко... подлатаю. А так, в принципе, все замечательно. И вот они встречаются в пещере. Здесь темно, но не слишком. Здесь хороший антураж. Тыквы. Как раз прошел Хэллоуин недавно, уже давно, на самом деле. И все, идет сражение в пещере. И кто победит, мне, по сути, уже не важно, потому что это тест чисто моей карты. Так, все, сейчас подлатаю тогда вот этот один момент и буду думать, как ее назвать, и буду обязательно выкладывать ее в Steam, чтобы, если кто хочет, вдруг ребятки смогли на ней поиграть. Где там была дыра некрасивая.
Так, все, нажимаем New Save, придумываем название карты, тоже будет 2 хп Original Cave, вот так будет называться, оригинальная пещера, да. И thumbnail выбираем, thumbnail, добавить thumbnail, даже не знаю, сейчас какой-нибудь ракурс классный выберу. Может, с другой стороны? Вот такое можно сделать. Да, в принципе, норм. Нажимаем «Сохранить». И все, все сохранено. Посмотрели мы с вами обновление. Map Creator, в принципе, классное, мне понравилось. Я более чем уверен, что люди захотят сделать мне какую-нибудь интересную карту. И будем их время от времени по возможности смотреть. И теперь, знаешь, что надо? Теперь надо разобраться, как их выложить в мастерскую, я хз. А, вот, workshop, upload, upload new. И вот, типа, карты. И вот мои карты, 2 хп original. Ага, ну все, сейчас, короче, тогда их загружу. И будут они в общем доступе. Я надеюсь, кому-нибудь, может, они пригодятся. А на этом пока сегодня все. Замечательное обновление. Пишите, что думаете по этому поводу. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится. И до встречи в следующих видосах. Счастливо!